друзья, подписчики канала 3G Kaiser и новые зрители, мы вас всех приветствуем. Сегодня мы находимся, ну как всегда, в Казахстане, в северном, можно сказать. Сейчас кто-то напишет в комментарии, что это не северный Казахстан. В Википедии читайте. Короче, озеро Жарлыколь, поселок Жангис-Кудук рядом. Сейчас 9 часов утра. Мы втроем, я, Леша, Саша. Всем привет, подписчики. Ребят, салам всем. Рыбалка огонь сегодня. Буквально 9 часов утра, 17 щук. Мы довольны вообще даже. Сейчас егеря подъедет, мы скажем, да нет у нас денег, пацаны, все, мы поехали домой. Мы поедем домой. Чи-чи-чи-чи. Так, ну что, мы расставились. Тут как в городе, Жарлыколь вообще дышит. Пацаны, 5 тысяч, все едут. 10 ставьте. Так, первый подъем. Что, ждать будем, не будем? Да что ждать уже, она стоит, ну, делай. Есть. Ушла. Прикинь, отпустила. Да, сторону... смотри, вот он. Кацануло, да? В эту сторону надо. Так, все, пацаны, клев будет сегодня. Все, вот она здесь стоит. Пацанятки, проверяйте. Посмотрите, посмотрите. Возможно, где-то уже еще вставят. Ну, пока не видать. Эта сторона что? Тоже тихо. Перезаряжаемся. Да, тоже взяла, блядь. Да ты че? Ушла. Прикинь, вот она здесь. Прям здесь ушла она. Так, еще одна поклевка. Прям вот он. Под машиной встала, крутит. Саня сейчас обрыбится, я чувствую. Секи, секи. Есть. Красотуля. Нормально. Полторушник. Да, хорошая. Капризничает еще. Тихо, тихо. Не торопись, Саш. Дай погулять. Тише, не торопись, пускай погуляют что. О, да. Есть, первая есть. Огонь. Все, первый пошел. Такая грамм 800, 700, 800. Подъем есть. Должна быть рыбка. Нету. Только маленький лов, а? Самоотцепляющий. Порвот вас, сука, да? Ну, а, прикинь. А? Есть. Пошли второй. Ты завязывают? Вот это хорошая щучка. Всегда ложите жерлицу вот так, чтобы они не привлекали внимание. Ой, тут. Тихо, тихо, Саша, сейчас я. Сейчас я приду. Сейчас. Бок откидывать.
Пойдем, где? Двойничок стоит. Есть? Есть? Вой. Тема, вой. Нормально? Вой. Конечно, хоть побегать, блин. Он все горит. Блин, красотуля. А, хороша. Огонь. Я уже со счета сбил сюда. Может, будет ли больше не будем бурить? Сработало прям 5 штук одновременно. Побегали. Два схода. Три вытащили. Работочка. И еще одна сработала прямо возле машины. Давай, делай. Пошла жара. Место мы выбрали огонь. Поклевка одна за другой. Жарлыколь радует. Сейчас, давай, Леш. Пошли дальше. Сашка пошел на перехват. Окунь? Нет. Есть. Жерлыкольская. Вот она. Стандартик пошел под килограммчик. Че, Леш, как ощущение? Даже не знаю, что сказать. Просто ништяк. 5 штук можно заплатить за такое. Народу, конечно, тьма. Тьма тьмущая. Все почему-то под берег стали. Но мы же не все. Самый крайний, как обычно, клюет. Саша уже 3 раза там был. Там соседка подошла. Рассвет, конечно, шикарный на жирокуль. Давай, Саша. Хорошо размотало. 15-е. Еще одна сработка. Клёв. Запах клёв. Хорошая. Красотуля. Самая цепляющаяся. Сразу же, тут же. Я вчера собираю, это же 8-й раз. Здесь? Есть. Вообще хорошая, да? Такая вот красавица. Ну. Того же карася дохлого. А я уже двоих поставил жильцов-то. Дохлых. Берет они. Красавчик. Подъезжаем к Олегу. Я надеюсь, он нас узнает. Что там, где рыба? Рыба, вон она. Ё, как зовут? Отдалека видно, что ли? Что, это я? Да, вот тут Олег стоит, блядь, по-моему. Да я сразу сказал, что Олег. Красотуля. Есть. Есть красавица. 3G Кайзер. Назад все стопудово. Ставки, пацаны.
4. Две. Ну хотя бы две, блин. Две, было да? бы тоже приятно. Так, 2 по 2, 1 по 4. Посмотрим. Съедем. Че, ни одна не стоит пока? Что-то у нас тихо вообще. Нет, не подрастить можно, да, хоть? Ручник натягивай, ух. Вот аж заглоб. Еще одну взял. Есть. Сатуля! Мужную поедем уж домой. Я тебе говорю. Так ты, сука, укусила. Да ты куда ты пальцы-то суешь? Ты что гонишь? Саша в процессе вон там. Все ловят. Жарлыкольку ты булсом. Прям вот он возле машины. Погнали. Давай, ты работай. Короче, крутит, ребята. Не дает даже интервью записать. Прям возле машины. Опа. Да, пацаны. Действительно клюет здесь. Пока. Ничего не могу вообще негативного сказать. Прям клюет и клюет. Я хорош щуп ловить. Уже складывать нету. Прям встали удачно. Вань, спасибо за советы. Олег, спасибо за советы. Мы взяли, короче, по 50% от ваших советов и встали. Так где-то еще тоже плотно. Ну как просто? Есть, что-то есть хорошее. Еще хорошее что-то. Уже штук 30 мы поймали. Солнышко встало конкретное такое. Легкий-легкий ветерок. Хорошая, кайфовая рыбалка. Что еще нужно? Ну вот так, чисто откровенно, положа руку на сердце. Если бы ты знал, допустим, что будет такой клев, ты бы готов был отдать 5000, да? Ну, да. Один хер это много. Это много. Что, мы мечтали с тобой? Что ты говоришь? Рыбалка супер. Давно такой мечтали, нормально побегать. Я сейчас задавал Лёше вопрос, задам и тебе. Вот если бы ты знал, Саш, что вот именно такая будет рыбалка, ты бы готов был заплатить 5000? Нет. Потому что я их не имею. Эй, она сама выскочила, 27. Американец счастлив. 100-килограммовый американец. Вот одна отработка не бывает, потом еще где-то поблизости. Еще одна отработка. Гришка сейчас будет вытаскивать большую щуку. Больше, да? Побольше, да, стали? С утра маленькие были, сейчас вообще хорошенькие. Вот это уже чуть больше килограмма. Ну. Огонь. Хороша. И фигура, и душа. Вот карась, смотрите, ставлю обратно. Только уже в другом месте его воткну. Вот минус, пацаны. Видите, замерзает, короче. Нюанс такой есть. Поклевки прут, ребята, народу. Жарлыколь. Ты меня называла. Нету. Рыбалка вообще огонь. 27 щук уже вытащили, время 11 часов. Просто супер. Что, тоже отпустил. Еще одна отработочка. Пока музыку слушали. За сработками. Тук-тук-тук-тук. Еще подкручивает, подожди. Крутит, похоже, по чуть-чуть.
Отчаянно. Красотуля. Так вот срабатывают. Это 29-е уже. Жестко. Вам еще не надоело смотреть, как льет? Есть. Тихо. Зацепилось. Хотелось бы сказать по поводу видео для обзора. Еще раз повторяю. Снимайте видео горизонтально, держа телефон в руках. Повернули сейчас. Наглядно, сука, продемонстрирую. Где он, блядь? Дайте кто-нибудь телефон. Вот. Вы берете телефон. Вы поняли, что вам надо что-то снять. Вы хватает телефон. Оп-оп-оп. Быстрее вот так, да? Даже если вы начали так снимать. Вот так потом перевернули. И закончили съемку. Вот так. Горизонтально, пацаны и девчонки, не обижайтесь. Я не включаю такие видео в обзор. Рыбалка удалась. Супер просто. Рыба, вот она. Кусочки лежит. Ну так сложили, чтобы сильно не попадалось на глаза. На глаза не попадалось. Еще вот здесь есть еще штучек. Ну такие все до килушника. В данный момент взяли 31 штуку. Тушу отвели братьям в Америку. Большой салам с Казахстана. Вот выше сниму. Вот он мотает. Сейчас брат вытащит что-нибудь хорошее. Вот она, красавица, красотуля. Это русский кеурдак. Кость, картошка, гренки, колбаса. Этот рецепт никто не знал. Красотуля. Вот наш улов. Мешок рыбы полный. Где-то 32 или 34 даже. Не пересчитывали.